И в завершении выпуска традиционный обзор главной городской газеты. О чем расскажут журналисты «Вечернего Мурманска», узнаете прямо сейчас. В Мурманске ищут злостных алименщиков. Горе папаши и мамаши задолжали своим детям от 100 до 600 тысяч рублей. «Вечерний Мурманск» публикует фотографии этих людей. Возможно, читатели узнают их и сообщат судебным приставам, где искать недобросовестных родителей. В Мурманске стартовал уникальный проект для людей старшего поколения. На первом заседании пенсионерам доступным языком рассказали о налогах. О том, какие еще встречи ждут участников клуба, можно узнать из свежего номера газеты. За последнюю неделю с мурманских улиц вывезли несколько ржавых автомобилей. Все они побывали в авариях, были разбиты и занимали во дворах лишние места. Подробнее об этом в «Вечернем Мурманске». Что делать, если соседская собака лает в 3 часа ночи и не дает спать всему дому? Как повлиять на шумных соседей, которые до утра слушают громко музыку? В какое время в собственной квартире шуметь можно, а в какое нельзя? Ответы на эти вопросы в свежем номере «Вечерки».